Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте победителя еженедельки. Игорь, вот такой вот у него ник находится. Он в гильдии Юрга, первые, вторые места. Кидайте заявочки, вступайте. Факела 2045. До 2045 не воруем. БГА 2000 минималка. Вот так вот. Поехали, посмотрим. Аккаунт донатный. Самиков много, как видите. Ресурсов тоже хватает. А вот не хватает ему. Чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает. Совсем чуть-чуть. Так. Не хватает ему огника. Лазуля. Тоже недостающий герой. Захотел он большой пак. Не захотел он розу. В принципе. Поехали посмотрим, что у него делается по осколкам вообще. Сколько у него интересно огника. Роза 172. В принципе, он розу и так дособирает. И огник 179. Ну, тут без вариантов. Тут, возможно, только два соберем. Если повезет, как на предыдущем аккаунте. Так, давайте посмотрим, что у него вообще есть. 81-85. В принципе, роза добивается. Уже трифида не хватает. Ледяха. Ледяха уже у него есть. И огник. Вот так вот. Поехали посмотрим, что у него вообще по ресам здесь творится. Ну, нормально. Не нуждающийся аккаунт, скажем так. Так, отлично. Ресурсы у него теперь тоже есть для прокачки. Хорошо. Смотрим, что у него творится вообще. Отличная Фрея. Анубис такое. Да, с талантиками тут не очень. Даже очень-очень-очень не очень. Так, Ремочка, Дрейк, Ведьма. Ну, так, в общем, довольно-таки неплохо. Тыковка топовая, череп. У героя есть, а вот таланты, конечно, надо еще выбивать и выбивать. В общем, вот так чуть все. Вот как раз для двоих героев место осталось. А, там мы уже пошли, там других героев смотрю. Опять Фрея. Так, отлично. Поехали, открываем. Ничего себе у него тут самов накопилось лишних. Коробок нет. В принципе, странно, что он замедление не использует. И этот талант на архе. Так, окей, поехали использовать Ледяху. Ледяху мы открыли, отлично. Смотрим, с каким он там талантиком. Тыки, Ледяха, где ты? Железная воля. Ну, давайте попробуем. Попробуем хоть что-то, какую-то пятерку вытащить. Думаю, вряд ли. Ну, Ремка, в принципе. Четверка, правда. Нафиг там четверка-то, я не знаю. Ладно. Поехали в акции. Ну, мы сейчас ему натащим эмблему, конечно же. Будет интересно. Так, раз, два, и... Трис. И бум. Опять 10 осколков розы. Точно так же, как и на предыдущем аккаунте. Хорошо. С этим разобрались, с разбивателем. Поехали в акции, побегаем. Разбей яйца, может отсюда выпадет. Хотя, в принципе, у него и так огник уже будет собран. Самики. Давай, 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 давай. Ведьма тоже как-то странно. Кстати, точно так же упала и там. Очень странно. Кристаллы.
Интересно, интересно. Карта смены чар. Какие снеговики? Весна уже. Кристаллы. Кристаллы опять. Ну, так, хорошо. Большая, интересно, тут большая выгода будет работать или нет? Или тоже нас пошлет? Жесть, конечно. Так, обожание, супер, временные акции. Бинго, поехали, бинго. Интересно, что по рункам у нас получится. Нужно будет сравнить этот аккаунт с предыдущим. Отсюда такое себе падает. О, ничего себе, мешочек. Интересно, а вдруг там еще. Ну, там вряд ли выпадет. Да хренище, ну. Но все может. А, тут мешочек совсем другой. Так, окей. Выращивай призы, я уже не буду забегать. Поехали. Поехали сюда. Так, использовать. Окей, ну, неплохо. Сетик. Так, ну давайте добьем. Плюс 20. Сколько у него там их было? 199. Ну давайте сразу. Сразу все откроем. А вдруг? Другая тактика будет. Бум. Плюс 140. Ну, в принципе, видите, не дособирали бы. Ну, а так у него уже есть. Давайте его тоже откроем. Тыки-тыки-тыки. Где там наш огник? Обмен. 139 осталось. Ну, может, еще второго когда-то соберет. Так, отлично. Отличненько. Плюс 2 героя. Ну, вот этих два дракончика. Первая ремочка. Блин, ну сюда, конечно, талантик надо выбить. Хороший. У него там по талантам делается. Ну, с этого всего ему ничего не заходит. Давайте попробуем. Немножко паролить таланты. Может, зайдет что-то интересное. Ну, бы какую-то пятерочку хорошую такую для него. Например, пакт, либо живу девятую неплохо было бы. Но ремка это не то. Блин, ну дайте талант. Чего вы издеваетесь? Просто над нами издеваются, ребят. Ремка. Блин, ну. Это жесть какая-то. Дайте пятерку нормальную. Одну нормальную пятерку просто.
Просто аут, ребят. Я в шоке. Иногда русский сервер-то настолько удивляет. Поехали где-то. Надыбаем у него стрелка. Вот сейчас на стрелке нам по-любому имба-талант выпадет. Четвертый паст. Короче, давайте до 80к. И ну его нафиг. Потому что это просто издевательство. Как так? Проще было коробку купить с этого. Давайте так и сделаем. У него хватает ресурсов. Он не заметит. На такое дело можно немножко потратить. Давайте 3 коробочки на удачу. Не выпадет, то не выпадет. Значит, русский сервер говнище полное. Ой, ну это просто ужасно, ребят. Это просто замедление. Так, у него там, по-моему... Сейчас я гляну, что там у него по героям творится. Ну там вообще, по-моему, в начале печаль. Да. О, есть. Ожил, отлично. Это радует. У него скина нету, интересно. Или есть скин? Ну, по идее, если он собирал осколки, у него должен быть скин уже. Сейчас посмотрим. Не хватает. Не хватает. В принципе, я думаю, у него нет проблем. Сейчас глянем с книгами. Оставлю однозначно сюда, потому что это самый на сегодня оптимальный вариант. И ремочка. Просто супер. Вот так делаю. И зря мы купили. Потратились. Так, книги у него есть. Отлично. Поехали, открываем эмблемки. Эмблемки. Так. Ну, две железки, это отлично. Грубая сила, исцеление. Супер. СО. Ложный. Факт. Где ремка восьмая? Надо ремка восьмая. Подушка тоже отлично. Но нам нужна ремочка. Блин, да что такое? Давайте 10 сразу. Ремка, приди. Блядь, не пришла. Ну такое. Ну, водушка, 2 СО еще. Ну, дополнительно неплохие таланты. Конечно, на предыдущем аккаунте победителя на 8 марта было получше. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. И будет вам счастье. Всем удачи, всем пока.